Для меня ЦСКА – это вызов. Это выход не только на новый уровень игры, но и отношение к жизни в целом. Ты должен всегда показывать только максимум. Здесь нет таких слов «не могу», «не буду». Надо сделать блокшот – делаешь блокшот. Только не в моем доме! Какой красавец, Женя! Горшок с крышкой – шикарный момент! Красавец! Надо прыгнуть за мячом в аут, делаешь и это. Если нужно будет вступить в драку, то буду драться. Для меня ЦСКА – это когда ты сжег за собой все мосты, и у тебя один выход – побеждать.